Всем привет, с вами Консорда. Сегодня я буду давать свой обзор и летсплей на игру Need for Speed Most Wanted 2012. В общем, смысл игры, думаю, и так поначалу понятен. То есть это и предыдущий гейм Most Wanted 2006 года. Мы тоже должны здесь проходить гонки, открывать машины, как бы улучшать их и так далее. Ну что ж, давайте начнем вот с этой первой гонки. Это не начало, я вам сразу говорю. Потому что начало там немного скучное. Мы просто как бы едем к точке изначально, ну и открываем новую машину. Итак, давайте начнем. Вот какой-то первый водитель с покоцанной машиной. Мы должны его перегнать. Ну да, как я и думал. Значит, едем к этой отметке. Значит, как бы. Ого, управление сразу видно. Изменено после Hot Pursuit. Очень, конечно, отличается. Hot Pursuit вообще одну кнопочку нажал, как я вот соносил, выносит. Что вообще классно. Удобно, как уже видно, сделали больше, да, управление игроком. И там, в принципе, как бы толком управление не сильно надо было. Там больше хотелось бы сделать как экшен. Это вау, скоро не такого там. Я так не мог тогда ступать поехать. Физики не хватает. Я так еще сильно не разогнался, чтобы так включить. Это уже слишком. Так. Вторая позиция. Почему? Так, значит. Это у меня сейчас стандартная машина такая. Это FLDS. Почему-то, по-моему, во всех играх начально дается именно ход. А самая такая лучшая машина считается. Они считают, я так понял. Эти создатели, их простит. О, отлично. Вот только я начал подходить к финишу, в общем, он начал отъезжать. Специально поддается. Во, все, готово. Первого места не заработал. 33. Короче, 1000. И пойду поеду в Макдональдс. Сейчас наберу еды. И буду там сидеть в игру. Ну так. Ну так, я просто. Значит, давайте теперь подумаем. Опа-на. Надо так пакать похонка, так надо. Немного так черкнуть. Вот там. Все. Арест. Но нет, ну сейчас арестуют, как он арестовал. Сейчас одного удара смотрю. У него там какая-то полицейская водичная машина. Которая, не знаю, как стоит. Ну, не знаю, может, 1020 долларов, не больше, там, вообще 3 доллара. Я уже заправку купился. Все, меня хоть не видно, это что, не задыхался. А, короче, делаем. Ох ты, как я быстро опочинился, даже деньги не попросили. Так заезжают такие мастера там вообще, все нет. Красный точнее машины. Ну нафиг ее чинить. И дом вдали, да и все. Нафиг. Еще что-то чинить там надо. Сейчас будем просто не спись. Ох, так. А ну, вы смеетесь. Арес. Не понял, что же. Авария. Нормально. Вообще зацепился кузовом вот этим аварии. Ну баги, не доделали игру немного. Статус походу повышен. И что теперь танки против меня будут? Я не уверен, если сейчас вообще GTA начнется. Дают мне пушку такую дробастую мощную. Я еду пинтов отстрелять, вылажу уже с машины. Вообще машины здесь уже вообще не надо. И я хожу в здрабашком. И так вот. У меня заправку так стреляет. Полгорода снесло. О! Прорывайся! Ого, аж коп залагал. Блин, не хватит. Интересно, но максимальный статус у него из погони. Какой-то интересный город, рядом горы. Удар. Удар.
вертолетики уже там, там что-нибудь там, чуваков с базуками вставляете. Если разумеете, или какое-нибудь оружие играть. Или еще что-нибудь там вообще уже для всех была. Да что ж такое, я уже машину разбил. О, чё, как какая-то фирма одежды. Надо прочитать. А, не, вообще не. Или нет, красная этикетка. Я, скорее всего, показали. О, я помню это. Этот купорайон GTA 4, по-моему, был. О, я сейчас тут попробую пролететь. GSA. А, реклама. Реклама. Ну, хотя это одна и та же самая фирма. Они Mirror Edge делали. Тоже неплохая, да? Такая по парку. Все. Так быстро. А, да, все. Зачем нам было искать? Бензин тратить. Только. На гонщиках. О. Чем ударил уже. Вообще. Машинка перевернулась. Значит, когда кузовом ударился, тоже авария. Так зацепился. Авария просто чокнул в машине. Так. Нажмите V плюс S. Тоже клавиатуру поломают. А я не поломал. Хотя было и такое. Можно же клавиатуру поломать. Тоже так. Нажать клавишу A или S, или залипание клавиш начнется. Ого, я перевернулся. Приключу сейчас. Сейчас. Фу. И эта камера неправильно поставили. Да, чтобы было бы где-то ездить. Все, он на банках едет. Это так немного ошибся просто покататься. В принципе, я тут должен тоже обзор заканчивать. И сейчас немного еще проеду, так сказать, с такими крутыми ребятами. Он самый главный, все, что я вышел. За камера так раньше вообще где-то спидета всего не было. Дальше. Если какие-то предметы ломались, там ломаются предметы. Все, первый раз считается. Это слабовато, надо там больше полицейских слушать. Не особо было. Так, вот. В принципе, тогда я уже буду обзор заканчивать. Потом сам уже тут доеду. Подписывайтесь на канал, ставьте комментарии, лайки. Всем спасибо за просмотр, с вами был Кацлада, пока.